Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию. Я не знаю, что произошло с нашим доктором Эдуардо, но он, походу, заболел. Сегодня его не будет, буду я. Самых сложных операций на этой планете. На что мы их с вами только не делали. Но! В этой серии будет еще одна самая сложная операция, и ты в этом 100% сейчас убедишься. Те, кто кушают, сразу вам скажу. Сначала дойдите, а потом мы с вами приступим к просмотру этого видео, потому что потом не жалуйтесь мне в комментарии, мол, Эдисон, я тут кушал, ты такую фигню снимаешь, и я чуть не блеванул. Дойдите, и мы будем продолжать делать операцию. Я не знаю, кому в этой серии. Вова, Владимир, Митрофан, посмотрим. В этой серии мы с вами будем делать операцию Тане. Познакомьтесь с ней. Таня доставлена в больницу из-за сильных болей в животе. Возможно, у нее аппендицит. Вам нужно ее обследовать, и в зависимости от диагноза может потребоваться операция. Тане нужна операция, поэтому нам нужно много лайков, чтобы поддержать Танюху, и чтобы поддержать меня, и также, чтобы вышла новая серия операций. Поставь огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию. Набираем 25 тысяч лайков, сразу же выходит следующая. Прям, я не знаю, что вам дать. Свой аппендицит вам даю. Ставь лайкусик, я обещаю то, что будет продолжение. И напиши в комментарии, нравится ли тебе эта серия. Сначала мы установим причину боли пациентки. Проверим, не воспалился ли у нее аппендицит. Это воспаление также называют аппендицитом. Ты только что сказал, что аппендицит. Надавите немного на область, где расположен аппендицит, чтобы посмотреть, болит ли там. Опа! Я думал, то, что я уже просто массажик так начал везде гладить, а отказывается, то, что я аппендицит. Да, пациентке точно больно. Ну, хорошо, давайте сделаем анализ крови. Берем жгут и нацепляем его вот сюда, чтобы пациент как раз-таки не сдохла от потери крови. Слушай, какой я хороший врач, да, так забочусь о своих клиентах. Пациентах. И вводим ее вот сюда. Ох, сейчас жесть, ребятки, будет начинаться. Хотя нет, это мы просто кровь берем. Когда мы будем аппендицит ей вырезать. Вы поняли, да? Мы берем пустую пробирку и присоединяем ее вот сюда. Кровь накапала и забираем. Опа, вытащили. И сейчас что? Пластырь взяли и заклеили. Все, операция закончилась, все нормально. Никакого аппендицита у тебя нет. Проверим, увеличилось ли количество лейкоцитов в крови пациентки. В микроскопе должно быть видно не более 8 лейкоцитов. Каких? Нормально, слишком высокий. Да я знаю, все хорошо. Я 100% знаю то, что у тебя аппендицит. Я доктор. Мне даже не нужно вот это щупать твое. И не нужно у тебя анализ крови брать. Я знаю, что у тебя аппендицит. Я просто тебя в глаза увижу и сразу скажу. У этой подруги аппендицит. Надо ей почку вырезать. Берем скальпель, сразу все будем разрезать ей. Сделайте первый разрез. А тут ничего типа маркером там помечать не нужно, как обычно. Просто так берем. Еще раз скажу, кто кушает, вытащите все, что у вас сейчас находится во рту. Еда, не еда. Что-то, если у вас во рту находится, вытаскивайте. А мы приступаем. Немножко мы так потянули, немножко. Тут немножко так разошлось. Ну, что такое? А сейчас мы возьмем всего лишь раны расширителей. И ничего тут страшного не будет, смотрите. Посмотрите, еще раз. Посмотрите. Оп. Ну, я не обещал то, что противно не будет. Хорошо, разрежьте скальпелем подкожный жировой слой. Тут еще жирная подруга Танюха оказывается. Ты что, ты в спортзал не ходишь? Никакого у тебя мужа не будет, никакого жениха не будет, если ты жирухой такой будешь, а? Вот я тут сразу могу нащупать килограмм так 15 жира. В смысле? Разрез начал кровоточить. А, тряпочка. Протираем, все прям протираем, быстренько. Кровоточащий сосуд. Электродом мы прижигаем и... Все, зашибись. Теперь еще раз берем скальпель. И разрезаем ей все, что там только существует. Мы что-то ей там проткнули. Теперь берем ножницы. Ну, в принципе, да, нормально. Все, что нужно, да. Ага. А так, в смысле, у нее кожа обратно не сошлась? Она такой же осталась, как и было? Вставьте их в центральное отверстие. А, мы вставляем сюда. Теперь мы будем использовать ножницы, чтобы убрать мышцы. А еще и мышцы разрезать нужно. Что же там тебе еще разрезать нужно? Разрезаем. Господи, помилуй. Ребят, у кого был аппендицит, напишите в комментах. А у кого не был, желаю вам счастья и здоровья. Мы сделали отверстие в мышечном слое. Возьмем пару... пять? Рано расширителей? Сколько мне нужно это расширять? Это забираем и это забираем. А вот это расширяем, да?
Мы там уже слоев 10 наложили, как будто мы какую-то селедку под шубой делаем. Возьмите щипчики, берем щипчики, чтобы приподнять брюшко. Еще одни щипчики. Берем ножницы и делаем маленький-маленький разрез. Ни хрена себе маленький! Мы... Ага, и сейчас две руки, да, две руки и раз... Ёханый бой, сколько мы этих слоев уже раскрыли, я просто в шоке на самом деле. Все правильно, теперь можно вытянуть аппендицит. Берем, вытаскиваем аппендицит. Так, как? Это аппендицит? Господи, что это такое? Это как будто писюн какой-то торчит там из печенки, что или что это такое? Нехай! Так. Это теперь готовы оперировать непосредственно. Уф. Аппендицит воспален, поэтому его необходимо удалить. Возьмите щипчики, доктор. Берем щипчики. И отрезаем этот... Или что мы делаем? Мы просто его приподняли, да? Берем еще одни щипчики и зажимаем еще одну какую-то фигню. Ага, теперь инфекционные жидкости не смогут попасть в кишечник. Зашибись. Так, берем ножницы и отрезаем... Оп. И с другой стороны или что? Отлично, теперь зашьем рану. Возьмите иглу. Берем иглу и зашиваем. А что я сделал? Я просто сделал надрез и все, и как бы аппендицит... Подождите, я что-то не понял. Возьмите скальпель и отрежьте весь аппендицит. А, вот это аппендицит! То есть вот эта маленькая фигня, это аппендицит? Аппендикс удален. Берем иглу и зашиваем вот эту всю фигню. Да ну нафиг, на самом деле вот это аппендицит? Не шевелитесь, пациент, мы вам удалили какого-то червяка, торчащего из вашего, я даже не знаю, что это такое. Это как будто... Я понял, это мы пресс выняли, смотрите, там 6 кубиков, и мы вот эти 6 кубиков выняли. Это реально пресс мы сейчас вытащили? А, верните кишки на их место. А, это кишки, сорян. Возвращаем кишки на место. Я не хотел их трогать, я их верну. Забирайте свои там сраные кишки, толстую и тонкую, забирайте, неважно. Ага, все забрали, берем иглу, сразу зашиваем все, что там было. Все 150 слоев вот этого гамбургера, бутерброда, который мы вам там намазали. Мы все, заберите свои кишки на место. И даже не суйтесь ко мне со своими кишками, они мне 100% не нужны. Фух, я бы такого даже никому не пожелал, это как... разве что хейтерам, вот аппендицит, разве что хейтерам только пожелать можно, потому что это страшная какая-то болезнь, страшная операция. Берем повязку и накладываем повязку вот сюда. Прекрасно. Все! Мы сделали операцию! Таня, Танечка, Танюшка, ты жива, аппендицит удален, ты будешь жить. Фух, кто еще не поставил лайк Танюхе, нужно обязательно поставить. Ладно, ребят, одна операция за одну серию это слишком мало, поэтому мне кажется, что можно приступить сразу к следующей. Это Саша. Сразу знакомьтесь, Саша пытался выполнить трюк, катаясь на скейтборде, но упал на колено, ему очень больно, все понятно, Саша. Сейчас Санюшка, ой. Куда? Рентген. А, да, нужно рентген сначала сделать. Хорошо, делаем рентген. Угу. X-ray. Нажимаем. На этом снимке видно, что повреждена правая часть мениска. Писка, мениска какая-то. Хорошо. Тогда мы идем сюда. Для начала надо сбрить волосы с колена, да, вообще без проблем. Крем для бритья. Сейчас мы будем тебе... А вот этого случайно нет там? Не, без жух-жух, а просто, ну хорошо. Берем бритву и сбриваем вот это все, что тут есть. Все сбрили, ну почти все. Опа, и сейчас будет операция. Санюшечка, сейчас все будет нормально, я тебе зуб даю. Берем тампон, берем раствор, мочу вот эту слона. И, конечно же, все тут с вами смазываем. Берем анестетик, ага, обезбол. Прям в колено всадили. И сейчас ждем, пока анестетик сработает. Теперь делаем первый надрез. Ну, такой небольшой, маленький надрез. Берем конюлю, кого? Кого конюлю? А, физический раствор, я думаю, господи, что у него колено вздулось 2 раза. Сейчас нам нужно сделать 2 новых разреза. Сюда и вот сюда. Теперь надо ввести антроскоп в кову. Берем антроскоп и вводим. Куда мы, ёханый ты бабай, куда мы его так вводим глубоко?
Вот, настраиваем, вот, зашибись. Что это такое? Берем ключевидные ножницы. Слушайте, я такой серьезный доктор, я прям сам в шоке. Интересная игра. И разрезаем все, что там у него лишнее торчит. Берем ключевидный зажим. Берем, ага, эту фигню и вытаскиваем. Теперь нужно скрутить края мениска. Какого? Рашпиль. Рапунцель, какой рашпиль? Ага, стачиваем вот это, все, зашибись. Превосходно, теперь вынем все инструменты из колена. Все? Защем надрезы. Это вся операция? Это вся операция? Минуту? Берем липкий пластырь и заклеиваем. Опа, опа, опа. И перевязываем колено. Зашибись. Вы прекрасно провели операцию, доктор. Я уверена, что у Саши скоро заживет колено. Саша, Санечка, братунчик. Жизнь будет у тебя прекрасна. Найдешь себе телочку. Анастасия ее звать будет. Я так говорю, как будто я будущее какое-то предсказываю. Вы с ней поженитесь, нарожайте кучу детишек. Антон, Артур, Анастасия, Анжелка, как видите, все дети у вас будут начинаться с буквы А, потому что фантазии у вас на минимуме. Но я никого не хочу оскорбить, я тебе пожму руку. Все Сани, которые сейчас находятся на видосике, пожмите мне руку. И я вам всем желаю счастья, здоровья, как вот этому Санчосу, которому я только что сделал операцию. Ой, сложная работа у доктора на самом деле. А я знаю то, что, ребятки, у вас она еще намного сложнее, потому что мне-то нужно просто спасать жизни других людей, а вам нужно ставить лайкусики на все видосы подряд. Да, это очень сложная работа, поэтому докажи то, что ты справляешься со своей работой, и поставь лайкусик прямо сейчас на эту серию. И также надо мной есть подсказочка, и ты можешь там посмотреть. Предыдущий ролик нажми обязательно прямо сейчас, потому что этот ролик уже подходит к концу. И если ты хочешь следующую серию, чтобы мы делали операцию еще кому-то, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые ролики. Я скажу тебе огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!